Всем приветики, друзья! И мы так давно не виделись. Мы на канале Че4, и сегодня с вами Ника и Виолетта. И мы будем проводить наикрутейший челлендж с маркерами. Как мы будем это делать, вы увидите дальше в ролике. Но для начала нам нужно определиться, кто у нас будет первый, а кто второй. А как мы это сделаем? На суефа? Нет, с помощью жеребьевки. Так, давайте я возьму один маркер. Вот, вы немножечко отойдите. Я спрячу в руке. Так, и вы должны будете отгадать, в какой руке спрятан у нас колпачок. Так, подходите ко мне быстрее. Я уже спрятана. Да. Так, первая у нас будет, наверное, отгадывать Виолетта. В какой руке? Ну, в левой или в правой? Это левая. Это левая. Да. Ах, ты хитрая. Так, это у нас будет первая ловить маркеры. Так, собираем наши маркеры в коробок. Так, вылет у нас уже первая. Так, ну, убирай ручки. Поднимаем крышечку от стола. Я буду тут стоять. Можно я там? Давай, берешь ты два маркера? Да. И два я. Итак, первый раунд. У нас будет постепенно усложнение. Первый раунд начнется у нас... Плавный. Да. И дальше будет становиться наклон все резче и резче. А и вообще вот... потом может стать вот так? Вот так? Нет. Мы не достанем. Ну что, начнем? Да. Давай, приготовились. Ой. Раз, два, три. Только по одному. По одному, да. По одному. Выпускаем. Раз, есть, два. Ну, конечно, одновременно. Ну. Три. Четыре. Убирай ее, ты же так не сможешь поймать. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять штук. Виолетта поймала в первом раунде 9 штук. Так, все, сразу нужно записать, потому что потом мы... Дай мне просто маркер. Так, теперь не кусочка. Так, ну что, на счет три. Раз, два, три. Один есть. Два есть, молодец. Три, четыре, ну, пять, шесть, семь, еще. Ну, запускай еще восьмой. 7 штук ников поймала в первом раунде. Круто. Пока что Виолетта ведет. Посмотрим, что у нас будет во втором раунде. И у нас идет усложнение. Мы немножечко приподнимали нашу дощечку. Теперь будет сложнее поймать. Нет. Поймать. Это теперь я. Очень страшно. Очень-очень страшно. Итак, раунд номер 2. Немного приподняли досточку. Сейчас будет поймать сложнее. Давайте посмотрим, раз, сколько поймает Виолетта. Раз, два, три. Три. Раз. Три. Два. Три. Не надо. Четыре. Три. Четыре. Пять. Не бросай. Шесть. Шесть штук. Теперь я. Еще поднимается или... Так, теперь посмотрим, сколько у нас поймает Ника в этом раунде. Раз, два, три. Один. Два. Три. Один. Четыре. Она это была. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
8, 9, 10, 11. У тебя столько маркеров нет в наборе. 11 штук? Да. 11 штук поймала Ника во втором раунде. Нет, она немножко поменьше. А сколько она поменьше? Давай сюда. Я записываю твой результат. Сначала нужно было вообще-то мне посмотреть. Так, записываем Никин результат. 11 штук. Приподнимаем досочку еще сильнее. Наклон сильнее, велите сложнее теперь поймать. Раунд номер 3. Раз, два, три. Один есть. Два. Три. А четыре вообще-то? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять штук поймала Виолетта. Ну, у меня результат вообще 11. Что самое интересное, Виолетта ловит обеими руками. Это вообще удивительно. Я просто. Так, сколько штук поймала Виолетта? Девять. Девять? Десять? Девять. Я просто, видимо, один не увидела. Так, папа наш говорит, и потом телевизор оператор говорит, что 10, так что ему виднее со стороны. Я не успеваю, например, просто идти тоже. У меня же нет камеры для того, чтобы... Так, регистрируем. 10 штук поймала Виолетта. Так, наклон тот же. Раунд номер 3. Раз, два, три. Поехали. Лови. Один был. Так, два. Одновременно не отпускаем. Сложнее, да не пусть уже поймать. Три. Четыре. Пять штук поймала Ника в этом раунде. Ну, девчонки, у вас, в принципе, вы идете. Мне все равно, я так, давайте собирать. Я раунд номер 4 усложняется. Поднимаем досточку. Тут какой раунд уже? Раунд номер 4, их всего 5. Так что посмотрим, сколько вы соберете маркеров за все 5 раундов. Раз, два, три. Раз, так далекие. Тяжело, да? Еще 0 пока что. Один, два. Не надо так быстро. Мы тебе много кидаем. Три. Четыре. Пять. Четыре штуки поймала Виолетта. Такой крутой угол, и Виолетта поймала 4 штуки. Раз, два, три. Поехали. Поймала. Нет, еще одна. А да. Он. Не поймала. Есть один. Два. Молодец. Три. Один. Так, сколько? Три. Три нам поймала. Молодечник. Пусть. Заключительный раунд. Посмотрим потом, просуммируем все числа и посмотрим, кто больше у нас поймал маркеров. Так, начинаем? Так, совсем. Раз, за угол. Два, три. Один. Два. А, нет. Один. Да не надо одновременно. Два. Нет, это не считалось. Так, а этот как засчитывать? Три получается? Нет. Два все. Запускай. Три. Четыре. Пять. Хотя два летела. Где-то поймала пять. Шесть штук поймала Виолетта в этом раунде.
6 марков, пожелайте, да? Мне удачи, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, чтобы все получилось. Так, резкий-резкий склон. Ника готовится в ожидании. На старт, внимание, марш. Один. Да, одновременно не отпускаем. Два. Отпускаем. Я два поймала. Я только один видела. Нет, я два. Ну ладно, будем проверять. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Спасибо, ребята, что вы меня поддержали. Нет, так нечестно, подними, потому что Ника не успела, она не увидела. У нас просто остался еще один маркер. Никуй, смотри, приготовься. Последний заключительный. Все равно спасибо вам большое, что вы меня поддержали. Так, и сколько ты поймала, Никусь? Девять. Девять маркеров в пятом раунде? Давай записывать. И давай считать, сколько в общем получилось очков. Наверное, кто же у нас выиграл? Я. Дай, пожалуйста. Виолетта. Давайте суммировать. Итак, первый раунд у нас вышла Виолетта. Поймала 9 штук. Ника 7 штук. Во втором раунде у нас Виолетта поймала 6 штук. Ника у нас поймала 5. Да. 11. 11. В третьем раунде Виолетта поймала 10, Ника 5. В четвертом Виолетта 4, Ника 3. И в пятом раунде Виолетта поймала 6, а Ника 5. Так, давайте подводим 9. Итоги. 35 уже получается у нас поймала Ника. 35 и 35. У нас победила дружба. Да, сестринская? Супер вообще. Ну что, девчонки, давайте заканчивать. Вы вообще обе молодцы. У вас ничья, вы друг друга поддерживали. Поэтому что мы делаем? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и не забывайте делиться этим видео. Всем пока! Всем пока-пока!